почему мне не выпало те страницы не выпали, блин. Привет, Нероинг. Привет. Так, два. Ладно, не трогаем его. Это... Так, подожди, это какой? Так, вот это может перебить только... Нет. А, да, давай вот этим. Кайфово будет. Так. Ой-ой-ой, подожди. Так. 13. Нормально. Хорошо. Ну и ладно. Так, сейчас будет это самое. Да-да-да, массовка. От которой нам надо было уклониться. Так. Не, ну он уклонится вот с помощью вот этой страницы точно. Так, он будет защищаться вот этим. Ну и она, скорее всего, тоже может уклониться, в принципе. Погнали. Да как четверка-то? Как четверка могла выпустить? Не понимаю. Так, только не убейте его, пожалуйста. Только не убейте. Он должен выжить. Отлично, у него 46 хп. Так, образ злого волка берем на Гибуру. Так, он воет. У наемницы 5 силы. Она его 100% перебьет, если будет драться с ним. Так что не обращаем особого внимания на них. Подожди. 5-7... Так, она добьет его с таким? Должна добить, должна. Ух, вот это я понимаю. По двоечке стоит такая дорогая карта. В принципе, Rapid Gash, ты переживешь. Ты переживешь. Ты без проблем вообще переживешь. Ты тоже переживешь без проблем. Блин, дороговато. Ну ладно. И ты... Ну ты тоже. Потом можешь не пережить. Все, погнали. Вообще посрать. Разноси его, давай, разноси. Чуть-чуть осталось, давай. Хорошо, сюда. Все. Первая стадия есть, самая сложная. Так, и он съел, кого он съел?
Данилочку? А у нас света нет, что делать? Данилочка останется в животике, походу, сегодня. Эх. Так, давайте, давайте, пожалуйста, добейте его, чтобы Данилочка не остался в животике. Мы должны спасти Данилочку, давайте. Нет, прощай, Данилочка, ты умер. Все, Данилочка мертв. Данилочке уже не спастись, к сожалению. Так, дуэлечку юзаем. Самая имбовая карта. Однако. Так, ну это мне посрать, как бы. А, у меня нет двойных. У меня зато... Ой, подожди-ка. Так. А, ты не нанесешь, не нанесешь. Погнали. 15, 17. Сюда, ублюдончика. Давай. Как ты посмел съесть Данилочку? Все, тебе капец. Жалко, что Данилочка не с нами, но... Возможно, это руина. Но я надеюсь, что не особо. Блин, а тут нет самой имбовой карты поглощения. Поглощение на Гибуре такая имба вообще. Здорово, здорово. Погоди. Ну, к тебе надо переключиться на защитку. Так. Ай, ты не сможешь это взять на себя, блин. Вот дерьмо. Вот это дерьмище, я в шоке. Так, ну мы постараемся Rapid Gash вот это сделать, да? И... По-умному сделали, да? Шестерочка. Работает. Подожди, у тебя только дробящему уязвимость есть? Вот подло это, а. Ну и ладно. Ау, блин, он его оглушил еще. Ужас. Так, теперь вопросик. Так, 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 так. Мне тебя надо, конечно, на себя взять.
слэшем. Лаутвар. Так, не, ну у нее 3 силы, она должна перебить его. А, ясно. Ладно, значит, от этого нам не отбиться. Вот это вот он туда летит в любом случае. Ужас. Так. Ну погнали. Подожди, не, вот это я на себя. О, я же вот это могу на себя взять. Да. Все. Так. Началось, блин, началось. На кого? Опять на него нападаешь? Вот ты ублюдончик реальный. Я в шоке с тебя, мужик. Не, ну он в принципе горит, ты можешь его отбить, я думаю. Правда, он бьет в одну и ту же цель. Это не очень хорошо. А, ну в принципе давай. А как так-то, ублюдон, ты конченый? Как же ты меня бесишь. Ну ладно. Сейчас он еще раз у него будет бить, да? Конечно. И опять в одну и ту же цель. Вот тварюга. Восьмерка. Девятка. Хорошо, молодец. Так, массовку кинул. Дурачок. Блин, я еще и взять на себя не могу эту атаку сраную. Ужас. Поднерки, нифига. Это мощь. Ладно, давай тогда так. Так. Подожди. Подожди. Так, спир бы кинуть куда-нибудь. А вот сюда, чё нет? Так, осталось защититься от массовки всем. И все. Да как так? Гибура задамажилась, единственная, блин. О, блин, почти от всех уклонился, только в один попал. Вообще молодец. Да как так-то? Я не заметил этой атаки, что ли? Блюдон. Опять на Филиппа. Реально. О, поглощение на Гибуру! Сюда! Сейчас будет разнос. Подожди. Как
Какую карту мы хотим, чтобы она стоила 0? Я думаю, вот эту. Вот эту карту для начала. Ну и вот это она вряд ли уже попадет, но вдруг. Все, она стоит теперь 0. А, нет, не 0, она стоит 2. 1. Я не знаю, сколько она стоит, погоди. Так, массовка суммирующая. Суммирующая — это хорошо. Вот эти мы перебьем на себя в любом случае. Я думаю, эго надо будет активировать уже на мимикрии. Эго-гибуры. Так, Rapid Gash стоит всего лишь 2 сейчас. Не так уж и дорого. Это же суммирующее? Да, суммирующее вообще посрать, значит. Так. На добор надо кинуть еще и вот эту штуку. А, это тоже добор, давай. Так, у тебя к какому? У тебя к дробящему больше всего уязвимость. Значит, я тебе и буду по дробящему бить. Дробящим, точнее. Так, можно было бы переключить какой-нибудь там... А, не, подожди, не надо. Так, ну все. Ха-ха, лошарик. Ничего ты не смог сделать. 4, 6, 8 горения. 10 горения у него. Жесть. Его почти оглушили. Так, у Гибуры 5 силы. Она сейчас разнесет просто. Так, она же его оглушит. А, у нас так все нулевое сейчас. Так, ну спир надо, чтобы добирать карты. Спир же на добор у нас. Так, вам тут что? Вам тут переключиться бы на колющую какую-нибудь стойку, например. Так, нормально. Деджер пресс какой-нибудь. Вот это кинем. Вот это кинем. Так, у него здесь все по единичке стоит. Можно будет сейчас разнести. Красиво, красиво. Мне нравится такое. Ну все. Все. Нормально. Так, на Вики в комментариях под мод Wonderlab написали, что вышел патч. Патч. Что-то починили, наверное. Так, индивидуальная массовая. Да кого эти ваши индивидуальные массы интересуют вообще? Жесть, я в шоке, ребята. А, кстати, вот зачем нужна была защитная стойка. Блин, ну я, конечно, да. Протупил немного. Ладно, всем в первую очередь надо защититься от массовки. Как это сделать? В принципе, левел слэш сработает, я думаю. Ну, здесь вот это. Так, все, от массовок мы защитились. Теперь нам надо бы... Блин, у тебя мало хп на самом деле. Тебе лучше не трогать их. Ай, ну ладно, наверное, вот так и сделаем.
Так, ну и бесконечный куб вот сюда кинем. Так, не, вы тоже давайте помогайте ей. Так, блокада. А, не, это на добор. Тоже на добор. Все. Падла. Нанесла урон всем. А нафига я ставил? Они не защитились, нифига. Ху-ху-ху. Нормально. Ждем карточку от горы. У него 12 кровотечения. Жесть. Так, он хавает союзников своих. Двоих. Зачем? Зачем ты это делаешь, мужик? Они же твои друзья. Почему у Гибуры нет скорости? Я вот не понимаю. Это самое ужасное, это то, что у Гибуры сейчас нет скорости вообще. Что может быть хуже? Ага. Самое прекрасное, что они оба кидают в Гибуру. Это просто замечательно. Получается, вот это мы отразим. А вот это хотелось бы на себя перебрать. Каким-нибудь копьем тебя долбануть разочек. Ну вот это тоже перехватим, давай. Ой, подожди. All out war. Так, yield my shield. Подожди, что? My flash, господи. Ну и вот это кинем еще. Да, она была направлена изначально вот сюда? Да. Кстати, это, наверное, не очень хорошо, потому что... Хорошо, разрезаем. 19 18 17 9. Хорошо, хорошо, молодец, молодец, Нероин, хороший мальчик. Блин, вот это было не очень хорошо. Ой, все, оглушили, молодцы, молодцы. Теперь надо всего лишь добить его. Ой-ой-ой, ням-ням-ням, съели, вкусня, вкусня. 23 урона с одной... 9! У нее 9, господи! Гибура просто разносит, у нее 9 этих, 9 силы сейчас. Жесть. Так, все, это последняя стадия горы. После горы будет Носферату. Так, куда же вы целитесь, ребята, ребята?
просто разнос. О, 4 бесконечных куба из 4. Вот это красота, никогда такого не видел. Ля. Вот это жесть, конечно. Так, ну здесь все просто, однако. Чем мы скажем? Сюда разнос. Сюда тоже разнос. И сюда тоже разнос. И сюда разнос. Разносим. Ням-ням-ням, съели. Очень вкусно. Так, он тоже помер. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Так, одного съели, второго съели. Так, Носферату. Здорово, братанчик. Ты, конечно, меня немного... У него 3 силы. А у нее 6 хрупкости, ей лучше не атаковать сейчас его. Ни в коем случае. То будет не очень хорошо. С восьмерок надо кинуть сюда, сюда, сюда. Подожди. Ой-ой-ой, вот это нехорошо, однако. Это тоже нехорошо, однако. Интересно, сможет ли он еще вот эту двойку забрать? Ну-ка, давай на Роинг постарайся. Нет! Нет! Почему оглушение? Почему оглушение? Алло! У него что, 0 хп было, блин? Я идиот опять, да? Почему у них такой баф ко всем? На Роинга убьют сейчас. Блин, это плохо. Суммирующая? Суммирующая я люблю.
Так. Вот сюда, наверное. Нет, Нероинг умер. Прощай, Нероинг. Двадцатка. Сюда, блин, куда ты там рыпаешься, мужичок? Нифига, он смог... Вот это шокирует меня немного. То, что он сейчас смог сделать. Ну пофиг, мы его съели все равно в любом случае. Его тоже съели. Три силы, блин. Меня бесит его атака первая самая. Она очень сильна. Слишком сильна, я бы сказал. У нас бесконечный куб. В принципе, мы ее можем отразить. Так, добираем карточки. Добираем карточки, добираем. Так, и отсюда можно было бы тоже что-то поделать интересное. Такое. Хорошо, молодец, Гибура. Отразила. Вообще без базару отразила. Так, я уже, по-моему, 50 минут бью его. Ну или максимум 40, там, 30. Что происходит? Это ты называешь атакой? Мужик, не смеши. Не смеши меня. Ух ты. Хотя на самом деле там 4. Ладно, давай с Гибуры начнем. Закончим тоже Гибурой. Так, ну здесь все вот эти вот пойдут в ход. Рэпид Гэшсы. Гэшсы. Так, а если была бы еще одна Rapid Gash, то тогда бы у меня были бы бесплатные они. Класс, and respect. Классно. Пофиг, вообще посрать. Давайте добивайте его. Так, все, есть. И последняя стадия. Самая сильная, самая ублюдонская, как я понял, с прошлого раза. Это наша любимая мимикрия. И нам пора переходить во вторую стадию тоже. Да, Гибура? Разнесем же его. Подожди. Это, в принципе, может и подождать. А вот это вот не подождет. А почему? Я же перенаправил, не? Алло? Алло? Не понял.
так вот. Все нормально. Так, мультислэш. Оверком кризис. Папида блокаду какую-нибудь вот, вот так вот сделаем. Здесь ничего, Роланд, ЗНР. Сюда. Сейчас разносик будет. Мужик, готов к разносу. Виршел. У тебя нет силы, а у нее 6 силы. Кто победит, как думаешь, мужичок? А? Кто победит? Кто победит, я спрашиваю. Конечно, Гибура. Так ты Rapid Gash закидаешь на него просто так. Потому что ты можешь. Так ты Extreme Mage какой-нибудь кинешь. Вот это кинешь, вот это кинешь. Так, подожди. А... Так, тогда вот это последнее полетит вот этой карточкой. Двадцать, 22, 19, 17, 12, 10, 10, 11, 12, 7, 6. Давай горение. Как можно больше горения надо наложить на этого придурочка. 17. Нормально. Все, оглушили. Теперь добиваем его. Так, теперь мозги. Так, у тебя 100 хп. Я знаю, что эти 100 хп значит. Слышь, получает... О, боже мой. А, вот он что. Ей надо нанести 40 урона за сцену, иначе она получит оглушающий урон. Я вас понял. Так, ну просто мутузим его с Гибуры. Ай, ну естественно, можно еще вот так сделать в конце. Чтобы две силы получить на следующий ход. Так, ему мы просто... немного подхилим. Пополним запасы карточек. Так, тебе что, можно подхилить? Можно, можно вот так еще сделать. Можно еще... Так... Девятнадцать, двадцать два. Нормально. Подожди, у них режущий, блин, который неэффективен против ЗНН. Это, однако, не очень хорошо. А? 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 98, о боже, он подхилился на фулл хп. Ему вообще насрать. Что мы тут делаем? Он на своей волне. Спир. Спир. Так, дробящий. Еще дробящий кинем. Блин, жалко, один режущий, который неэффективен, нифига. Эх. Так, ну с тебя мы улова зайдем полным составом. Так, ну я надеюсь, что она его оглушит до того, как он... Два спирита нормально будут работать. Оверком. Так. 25. 22. 28.
18, 21. Добивайте, добивайте, подоночка. Так, ну вот она, мимикрия. И опять же. Он раш. Так, сюда. Кольщи, кубы, спир. Ой, подожди, не туда. Так, сюда. Вот ты какой блюдок, блин, он меня бесит. Просто не могу. А, я не смогу его перебить, кстати. Ну и ладно. Что получается? Так вот. Подожди, не получится, однако. Ну ладно, у тебя силы, в принципе, нет. Я думаю, ты не особо будешь агрессивно действовать. Hello. 19, 14. Вот он. А, подожди, нормально. Да какого хрена? Что? Что? Я вообще не понял, какого фига он на него-то напал. Он защищаться должен был, не? Алло. Я что-то опять переп. Ясно, слита, слита. Ясно. Мы просрали все. Как всегда. У него две силы. Это меня прям очень не радует. До свидания, блин, гудбай. Подонок ты. Опять подхилился, ублюдон. Мы не можем перенаправить. На самом деле можем, но я не хочу жертвовать Гибур. А хотя, блин, чё? Она же не будет жертвовать собой. Один изначально в Гибур летит, подожди. Да, летит, найс. Вот пусть и летит, я ее отражу с помощью контркубов. Так, ладно. Получается, бесконечным кубом мы отражаем Hello. Это не hello, алло. Вот hello. Вот этим кубом мы отражаем вот эту атаку. У нас остаются еще две атаки, которые мы не можем перенаправить с помощью гибуры. И в принципе их и не надо перенаправлять. Опять. Угу. Блин, нам не хватает нифига. Я не понимаю, подожди. Что за дерьмо? А, ну да, все правильно. Hello, goodbye. 15,
13, 14. Хорошо-то как хорошо. Вообще, есть смысл того, что мы его бьем? Он не дамажится вообще. Хотя у него заканчивается помаленьку силы, вроде как у него... А, он решил ульту долбануть ультой. Гудбай. Так, на это забьем. Вот это перенаправим на себя. Нам должно хватить. Он должен 10 взять. А у него 9 имитаций. Так что, в принципе, ему не хватает. Не хватает. Фу, ребята, 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 у нас такая экстренная ситуация, это жесть. Хорош, молодец, Гибура просто разнесла этого блюдона. Двенадцать, 14, молодец. Разносим этого дебильчика. Давайте, давайте, режьте, 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 кромсайте, огонь накладывайте. Все, что можете делать, делайте. Против него все средства хороши. Он не подхилился в этом ходу. Это просто супер. Большего и желать нельзя. Правда, у него одна сила появилась. У него 9 кровотечений. Это тоже хорошо. Бесконечный куб, естественно, вот сюда и идет. Копье сюда идет. Левел слэш сюда идет. И Жди. Это мы не сможем перенаправить, надо защищаться. Ой-ой-ой, это не сможешь защититься, однако. Блин, что делать? Мы его добьем. Мы его можем добить. Мы можем добить. Давай, 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 Кипура. Боже мой, мы можем победить. Неужели, наконец-то? Нет, он подхилился почему-то. Это не так важно. Так, у нас есть хеллоу. Вот это мы на эту... Да блин, почему две силы? Это почему две силы? Здесь уже Гибура может не справляться с ним. Так, ладно, насрать на это. Я могу перенаправить только вот эти две. Так, это тройная атака. И вот эту тоже я могу. Так, 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 Гибура, ты сможешь, ты сможешь. И осталась только одна атака, которую мы не перенаправили. Это вот, вот это.
А, кстати. А, да, у нее же эго, да-да-да-да-да, будет очень обидно. Хеллоу, блин, здравствуйте, да, здравствуйте. О-о-о, здравствуйте, я вас знаю, я вас люблю. Здравствуйте, а можно вас убить? О-о-о, сюда, блин, давай. У него 8 хп осталось, мы его добьем. Если не добьем... Добей, пожалуйста. Это будет ужасно, если мы его не добьем. Сюда, ублюдончик, да! Наконец-то, да! Как же я долго этого ждал. Этаж лингвистики полностью реализован.
Goodbye.
Goodbye. Goodbye. Goodbye.